Коррупционный скандал с участием главы заводского района получил продолжение. На руководителя самого крупного территориального подразделения «Орла» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Год назад в правоохранительные органы обратился предприниматель Александр Корнеев, который намеревался построить в заводском районе развлекательный центр. У главы Михаила Позднякова он просил содействия в выделении участка под строительство. Мы с ним встретились. Он сказал, что без моего участия, то есть это бесполезно, как это было раньше, с ним были общения. Он нам выдавал разрешение под магазины, под аптеки. Вот. То есть мы раньше с ним работали, делали отстежку. Со слов предпринимателя, за подготовку разрешительных документов глава района потребовал с бизнесмена 1 000 000 рублей. В итоге деньги чиновник получил, но разрешительных документов так и не выдал. После получения денежных средств подозреваемый не предпринимал каких-либо действий по выполнению данных обязательств. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств совершенного преступления. Неделю назад глава города Михаил Берников обещал рассмотреть в отношении Позднякова возможность кадровых действий. Источник в мэрии Орла сообщил, что глава заводского района написал заявление об увольнении. О том, будет ли наказан взяткодатель, пока ничего не сообщается.